В Ненецком округе мурманский режиссер Владимир Кузнецов планирует снять документальный фильм об оленеводах, участвовавших в Великой Отечественной войне. По его словам, сценарий киноленты уже готов. Впереди работа по сбору архивного материала, видеосъемка и монтаж. Первыми фильм об участии оленеводов в Великой Отечественной войне снял творческий коллектив Ненецкой ТРК, телеканал «Север». «Путь подвига» — так называется документальная лента, волнующий рассказ о формировании оленотранспортных эшелонов и сложном переходе людей и оленей из большеземельской тундры в Архангельск, Мурманск и на Карельский фронт. Первая команда 4-го эшелона шла в сторону Архангельско-Пинежским трактом, по которому уже прошли 3 эшелона из Нижней Пёши и эшелон из Республики Коми, в составе которых 13 тысяч оленей. Огромное стадо начисто съело весь подножный корм. Оленям первой команды 4-го эшелона есть было нечего. И к мизине они пришли истощенными. Далее их путь лежал на Архангельск. Но по непонятным причинам команда оказалась далеко от города, в селе Ломоносово. Вслед за первой командой из Коткина в сторону Нижней Пёши отправились вторая и третья. Творческая группа ТРК провела большую исследовательскую и поисковую работу. В съемках фильма приняли участие жители нашего округа Архангельска и Мурманска. Премьера фильма состоялась 9 мая 2010 года на нашем телеканале. Уже через месяц на ТРК стали приходить награды, но фильм не выдвигался на участие в фестивалях. «Путь подвига» путем мониторинга получил признание Всероссийского конкурса «Патриоты России». Это гран-при Всероссийского конкурса «Миротворец», одна из самых престижных наград в России. Я получала эту награду на большой сцене Малого театра в Москве. Видела взволнованные лица зрителей, которые смогли познакомиться с героической историей оленеводов нашего края. Всего фильм получил 5 наград. Конечно, уместить подвиг оленеводов в одном фильме совершенно невозможно, поэтому мы очень рады, что Владимир Кузнецов приезжает к нам в округ и снимет еще один фильм. Мы желаем ему большой удачи. Лента будет называться «Они сражались за Родину» и станет частью проекта Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В ближайшее время Кузнецов планирует приехать в Ненецкий округ, где он встретится с потомками оленеводов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Режиссер побывает в стойбище оленеводов. Анастасия Саботович, Мария Кравченко, Александр Дуркин, телеканал «Север».